занимаюсь, тренируюсь, и еще после Казахстана вернусь, буду ходить на танцы. Дополню еще, потому что это очень круто прокачивает женскую энергию. Не хотела бы жить самостоятельно. Я частенько об этом задумываюсь, и правильно, когда девушка в моем возрасте живет одна, но пока что не готова. Возможно, финансовые составляющие, это мне абсолютно невыгодно. И в целом мы как-то давно уже живем вместе. Я такой человек семейный, мне хочется, чтобы меня кто-то обнимал, какая-то поддержка была. Дома она у меня есть. А буду жить одна, не знаю. Я тоже об этом задумываюсь, возможно, в ближайшем будущем, но пока не готова. Хорошо, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Меня, может, помнишь, я на аккордеоне играю, зовут Евгений. Конечно, я вас помню, я вам даже лайки ставила. Помню. Все, товарищи, прощаюсь. Поехала на съемку. Пожелайте мне удачи. Пока.